хочу пожелать всем, всем бабушкам, дедушкам, друзьям, родителям весеннего хорошего настроения. Я хочу пожелать всем отличного настроения, отличных весенних каникул всем школьникам и удачи всем. Я хочу передать привет всем своим друзьям, хочу пожелать им счастья, здоровья, чтобы все было окей. Любите и будьте любимыми. Мама, папа, привет. Здравствуйте, саровчане. Меня зовут Светлана. Я рада поприветствовать вас в этом уникальном, можно сказать, шансе, проекте. Благодарю канал 16 за этот удивительный акт. Весна, чудесное настроение. Бегу, спешу на любимую работу. Желаю вам прекрасного весеннего настроения, чтобы вы любили, ценили, берегли своих близких, чтобы вы любили свою работу, чтобы вы радовались весне, чтобы все у вас в жизни было замечательно. Любите наш город, любите эту весну, любите жизнь. Всего вам самого чудесного, прекрасного. Всем моим близким привет, друзья, привет, коллеги, привет. Целую, побежала, до встречи. Здравствуйте, хочу передать привет маме, папе, Сергею Малыгину и Анне Анатольевне Карпушке. Желаю им счастья и здоровья. Я передаю привет Веронике Маруйной. Люблю тебя, удачи тебе с мальчиками. Я хочу передать привет Насте Гариновой. Хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда поддерживала меня, оставалась такой же позитивной и не обращала внимания на то, что тебе говорят. Хочу передать привет всем моим друзьям, которые меня окружают. Я искренне благодарю вас за то, что вы есть со мной. Здравствуйте, меня зовут Марк. Я студент второго курса магистратуры нашего страхтения МФИ. Передаю привет всем моим друзьям, родителям, знакомым и замечательным людям, которые пригласили меня передать привет. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алиса, я тоже студент СРТИ. И я передам привет бабушке, маме, папе и друзьям. Я пожелаю здоровья, счастья, удачи и хорошей сессии друзьям-студентам. Я хочу передать привет папе и маме. И еще я хочу передать привет моей младшей сестре Варе и Ладушке и старшей сестре Маргарите. Счастья, здоровья, чтобы у всех было все хорошо.